В Барнауле начался сезон ярмарочной торговли. Площадки для этого организуют в каждом районе города. По традиции там можно будет приобрести яйца, мясо, масло, сыр, колбасу, рыбу, полуфабрикаты, сладости и многое другое. На своих экранах сейчас вы видите и адреса, где будут размещены торговые точки. Уточним, первая ярмарка в Барнауле пройдет уже в эту субботу, 18 февраля. Время работы ограничено с 10 до 14 часов.